Всем привет! Сегодня хотел похвастаться своей посылочкой, которая пришла мне с конкурса от этого человека. Я думаю, кто смотрит это видео, скорее всего, знает его. Джордж Батрейкин. Его канал на ютубе. Всегда смотрю его. Многому научился от него. И вот мне повезло. Выиграл второе место, по-моему, в конкурсе Old School, то есть Кирилл раздавал там свои девайсы, которые у него как бы пылятся на полочке, и а другим, может, они чем-то будут полезны. Итак, начнем с того, что приехало там в посылочке, упакованный вот этот такой тупой файл. Сейчас покажу вот все это добро. Вот оно все. Это вот так. Я, конечно же, уже пользовался. Примерно это недели три назад пришло. Тут у меня колбы для тайфуна. Ой, да, для тайфуна. Вон сколько, 5 колб. 6 даже. Зелененьких. Кстати, все зелененькие, которые я люблю. Вот мой тайфунчик. Где-то колбу я брал с Китая. А вот мне пришли такие вот. Немножко они посветлее, как будто от Кирилла. Вот 6 штук их. Это я не знаю на какой девайс, но я их, наверное, использовать в ближайшее время не буду. Хотя, может, потом понадобится для чего-то. Это выпало, наверное, с этой дрипки, о которой я расскажу в конце. Это какой-то мод, но я им один раз только воспользовался, потому что он не держится бомбные намотки. В общем, интересно, как бы все он рабочий под одну 18650. Так оно там выглядит внутри, если видно. Штука хорошая, будет как запасная у меня. Я пользуюсь до сих пор вот Сигелеем 30-кой. И сейчас у меня Subsound Mini. Об этом я расскажу немножко позже. Даже, скорее всего, в другом видео о своем Subsound Mini. А сейчас хотел бы поговорить о Turbo. Это моя первая дрипка. Пришла она вот от Кирилла. До этого у меня был только Гоблин. Но это, можно сказать, баг. Хотя он такой бакодрипка. Но вот дрипка меня, конечно, немножко удивила количеством пара даже на моем Сигеле 30-ке. Конечно, я смог намотать только одну намотку. Так, минутку я открою. Вот. У меня тут Клэптон. Раз. Сколько тут витков? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь витков. Семь витков на Клэптоне. Вот. Надеюсь, видно. Немного ваты. Сейчас бы я, наверное, вложил больше ваты, чтобы меньше проливалось. Вытащил отсюда, конечно, этот вентилятор, потому что он совсем тут не в тему. И так, все отлично, вкус хороший. Поставил свой дрип-тип, вот такой небольшой. Так он плотно встает, о, даже порезался. Вот так, стоит и так интересно выглядит все это дело. Обдува хватает. В общем, дрипка хорошая, только надо сразу вытащить вот этот вентиляторик Карсона этого, чтобы он случайно не развалился и не залетел в легкие. Тут вот есть еще такой, как это называется, дриптип такой, как бы. Как она снимается, я уже не помню. Вот так она снимается, и так ставится такой дриптипчик. Ну, мне он явно не нужен, мне хватает такого.
Думаю, что на этом все как бы. Еще раз спасибо Кириллу, его каналу, дальнейшего ему процветания. К сожалению, не выиграл ничего на конкурсе раздачи ромок от Кирилла, но уже заказал себе ромки, 2 штуки, так что буду пробовать. Так что всем спасибо, всем пока.